Привет, мои дорогие друзья! Сегодня я буду делать ленивые вареники. Это мне понадобится полкило творога, примерно 60 грамм сливочного масла, соли сколько возьмет, 2 столовые ложки сахара, примерно 100 грамм муки и 2 яйца. Для начала творог я собью на комбайне, чтобы творог стал нежнее и мягче. В миску с творогом я вбиваю 2 яйца. Сахар. Щепотка соли и растопленное сливочное масло. Сейчас я это хорошенько размешаю. Творожную массу я просеиваю муку. И тоже хорошенько размешать. Тесто не должно получиться сильно крутым. Так, сейчас я тесто слегка замешаю. Поделю на несколько частей. И буду каждую часть скатывать в жгут. И разрезать на ленивые вареники. Как вам нравится? Можете вдоль, можете поперек. Вот так вот, как они, вот так они поперек получаются. Можете треугольничками. Вот как я сейчас делаю. Форму посыпаем мукой. И выкладываю мои ленивые вареники на форму. Почему я так делаю? Потому что мне надо их заморозить. Но вы можете их сразу отваривать.
Ну вот, я налепила моих ленивых вареников, осталось только заморозить их. И потом, когда надо, быстренько прямо замороженную так и отваривать. Всем приятного аппетита, пробуйте на здоровье, пока-пока!